Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир, и мы продолжаем играть в Европа Универсальс 4 за Команчей. Так, и тут я смотрю на вражескую армию. Где-то у них тут еще ходило. Их тут больше было. Так, значит, будем объявлять войну. Но я заметил такое, что у португальцев исчезла вот эта фигня, что перемирие типа с нами. И они могут выступить на стороне Испании. Кто еще там? Британия — это ерунда. Бургундия тоже. Неаполь и Савойя. Неаполь флот имеет, в принципе. Савойя — это так себе. И если в будущем высаживаться, Франция не даст прохода. Тулуза может дать. То у нее враги, а Верони Навара. Навара с кем? Интересно, можно будет, если что, через Марокко пройти, поставить тут корабли в будущем и войска закинуть в Испанию. У меня такая мысля есть. Так. Давай вот этих отправим и объявляем войну Мали. Так, есть что присоединяется. Так. Ну, давай, объявляем войну. Так, смотрим, уменьшаем скорость. Вот 36 тысяч. О, командующего вот сюда снять. Сюда поставить. Нет командующего. Идем в атаку, да? Сейчас Джоуфу будет не сладко. Так, вот 36 тысяч есть. Короля не буду ставить. Так, где командующий еще есть? Где он может быть? Так, а, и надо на флот поставить. О, маневренность какая. Командующего. Так, кто хоть у нас пока что? Кастилья. Так. Что у нас тут? Тут у нас армия сразу идет на осаду. Так. Тут армия идет этих мочить. Вот куда-то сюда, да? А, я этих хотел перевести. Так, и тут мне 17 тысяч, которые идут осаждать. Вражеские провинции. Кем-то захвачены? Ага. Ясно. Вроде так. Где ж у меня еще один командующий? А вот он. Пока не нужен тут. Поставим его вот сюда. Вот сюда идет. Так. Британь. Так, ясно, залив Фанди. Британия против нас выступила. Бургундия, Неаполь, Савойя. Ясно. Значит, вот эти 41 тысяча идет сюда сейчас.
Так, ну, больше вроде бы никто. Не знаю, кто победит. Не суть, как важно. Так, Португалия не уступила. Но у нее все-таки должна быть военная усталость довольно-таки высокая. Так, наши идут. Эти тоже идут. Наши вот сюда. О, нужно идти. Так, а сколько у них кораблей? Сейчас посмотрим, какая у них объединенная мощь. Ну, их не объединенная мощь, как у нас наша объединенная мощь кораблей. Но линейных у них маловато, честно говоря. Так, надо будет высадить армию туда. Вот наши торговые идут. Кораблики. Так, 17-е, 9-е. Хорошо. Пока смотрим тут, какого 11 апреля. Кай сражение. Ага. Хорошо. Так, дальше надо отсюда перекинуть. Ах ты, что ты, смотри, тут вражеский флот есть. Это нехорошо. Этот флот плывет сюда. Будем высаживать тут. Вот, в принципе. Хотя и 1000 там достаточно. Ну ладно, взяли 2, пусть будет. 1000 еще есть. Тут 1000 есть. Португальский флот плавает. Так, тут начался бой, да? Да, они боевой дух не набрали и потеряли, видите. Ух ты ж, как мы их выкосили. Всю армию. 40 с чем-то тысяч. Так, захватили один торговый. Отлично. Так, ух ты ж. 20 тысяч. 27, 30 апреля. А ну-ка. Ускоренный. 21. 5 мая, да? Ну, давай на подмогу. Чтобы они не пошли сюда к нам в гости, тихарем. Так, тут есть. Разбили. Так, на осаду. Идем в гости. Тут и 1000 достаточно. Искусственный интеллект. Так сказать, тупит. 1000 достаточно. Так, вот эта армия идет. Так, с ними бы улучшить отношения с этими ребятами. Чтобы их проще было присоединять. Так, так. Значит, наблюдаем пока тут. О, вот мы. Да, разбираются наши, идут. Пусть теперь вот сюда. Лучше армию. Есть. Включаем. Этих пустить пока вот так вот. Да, вот сюда, наверное. Пока сюда. Пустим армию. А этих вот сюда. Сейчас
закроем тут все, начнем осады. О, вон 39 000 каёв идет. 23-е, 22-е. Пока постоим. Так, есть, разбили. Идем туда, вот сюда сейчас. Помогать нашим союзникам. Так, тут мы уже мочим. Есть. Гули все разбили. Так. А ну-ка, по-быстрому, а то они сейчас хотят 6-е, 14-е. Хотят на наших напасть. Есть вход тут. Вот эти 40 загружаем. И плывем вот сюда. Сейчас будем осаждать тут. Так, точно больше никто не присоединился. Пока никто. Так, вот тут армия есть. Так, сколько тут на осаду нужно? 1000, да? Идем дальше. Так. Наш флот плывет тут. Приплыли. И высаживайтесь. А, на таких просторах. Конечно, воевать не просто. Захватываем. По 1000 гарнизон, так что нужно эту армию разделить и отправить сюда. Сейчас она начнет набираться. Так, 34% мы выиграем. Конечно, такие армии разбили. Что они крестят? А, суннизм крестит. Ага, вижу. Так, вот сюда они идут. Ну, сейчас, может, они пойдут на вот эту мою армию. Я их там замаслаю. Так, какой тут рельеф? Степи, в основном. Тут равнины. Ну, речка выпадет. Так, стойкий парень. Дисциплина плюс 5%. В атаку. Хорошо. Так. Давай-ка наймем тут пару полков. Для осады, так сказать. Пусть будет. Сейчас поставим. Так, когда мы... Так, тут мы... А, тут мы перехватили их. Так, 14-го, 6-го. Отлично. Сейчас будем их осаждать всех там. А эти стоят. На подмогу не идут. Молодцы. Так, и тут наша армия идет уже сюда. Так, пока наблюдаем тут. Так. 10-го, да? Сколько тут надо на осаду? 1000 тут надо на осаду. Мы 13-го. Так, а если ускоренный? 6-го.
А вы какого? 13. Если ускорено 5. Не, идите 13 лучше. Сейчас. Так. Где это? Ага, тут. Хорошо. Тут меха производится. Отправляем дальше колониста. Будем новые земли колонизировать. Так, надо и тут колонизировать. Что там по технологии? Дип технологии нет, пока не надо. Так, эти ребята что, еще не высадились? Так, тут подходит наш флот. Так, тут у нас уже стоят косо. 1000. Так, на осаду. Идем дальше. Большой кару, малую кару. Сейчас все. Будем осаждать. Так, есть, начался бой. Ха. Какой у них боевой дух, какой у нас. Да, разница существенная. Так, вот эти ребята-то идут вот так вот. Мы сейчас начнем тут осады ставить. Так, есть. Снимаем. И оставляем тут осадный корпус, да? Так, сколько они потеряли уже? Прилично они потеряли, кстати. Давайте посмотрим войска Испании. 47 тысяч у них осталось. Так, тут мы мочим. Отлично. Осадный корпус 6 августа, да? А если мы пойдем сюда? августа, как-то странно. Так, 9 кораблей там, да? Так, высаживают эти 40 тысяч. Так, эти на осаде уже. Если что, можно даже пойти на осаду Британии. Франция ж, она враждует с... так, Испания. Она не враждует с Бургундией. Странно. Обычно они всегда ж враги. Сейчас добьем вражескую армию. Так. Ах, вот вы где. 16 августа. августа. Хитрюги. Надо аккуратным быть. Сейчас... зайдут сзади эти ребята.
танки тут должны были высадиться уже. Да. И вот еще высадились. Пополам и туда на осаду. Эти кораблики пусть сюда. Два кораблика стоит, да? Угу. Так. Давай разобьем вот эту армию сейчас. 31, 27. Так, есть. Сюда. Сейчас будем тут все осаждать. Так, тут тоже 1000. Хорошо мы так подняли боевой дух, видите. Пойдешь сюда. Да, отправим 1000 за счет идей оборонительных. 25%, знаете, это очень существенно. Ребята садятся на кораблики и отплываем на вот этот остров. Так, что это у нас так? -3,3. Так, на осаду пошли дальше. Так, на осаду идем дальше. Кабу. Армия, на осаду идем назад. Сюда. Хорошо, что Португалия не вступилась за испанцев. С Британией, если что, можно отдельно подписать, да? Мировую. Стоимость национализации, блин, дурацкая. Так, хорошо, осадные корпусы пошли дальше. Испанцы плавают, кстати, ихнего флота не вижу. На ускоренный 22 октября. А если мы 23 сентября? Вот. А если вот так мы сделаем? Так, дипломат вернулся. Так, улучшает отношения с полутаханами. Полухатанами. Да, решение улучшить. Так вот. Тут надо сейчас разобраться. Что, маленькое снижение там нет? Сейчас замыслаем этих ребят. Тут разберемся. Португалия прохода не даст. Не пропускает. Но и она Испанию пропускает. Неплохо было бы высадиться в Испанию.
навалять им. Учитывая их нынешнюю мощь. 39 000 есть у них это. Это надо где-то высадиться сначала тут и перебежать. Тут геркулесовые стопы. Как-то так. Так, мои войска дальше идут. Саду. Так, наши когда будут там? 30-го. 30 октября всех утра. Ну-то в бомбу пойдем. Сейчас посмотрю, что тут творится. Так, а это что? Так, 3000 везут они. Так, а ну вот сюда, бегом. Куда они плывут? Остров Сан-Паулу. Так, тут наши мочат. Куда-то они везут. Так, есть. Сюда сколько нужно? 1000, да? Две. Сами пойдем сюда. Так. Это что за флоты идут? Блин, не увидим. Какие-то флоты там ходили. Вот он. Савойский флот идет. Но наш уже на подходе. Если надо, мы наваляем. Так. Осадный корпус. Дальше идем. Так, 24-го, 24-го. А, успели. Так, идем сюда. Зачем 5000? А, 3000. Вот вражеский флот. Так, тут наши грузятся. Так, значит, надо сюда аж плыть. Да я к вам в гости сейчас пойду. Хитрю, я думали. Обойдут. Вот еще неаполитанский флот идет. Так, тут разбежались. Так, капы. Тоже небольшой гарнизон. Давай пушечку оставим. Ну, сад, идем дальше. Идем вот так. А тут что там? Тоже 1000. Еще капы. Ставим тут. На саде. Так, и высаживаем на этот островок войска. Так, в принципе, нормально. Идут осады, а тут, блин, надо разобраться с вражеским флотом. Разбили. Давай идем в Сигу.
Вот Савойский флот. Сан-Паулу. Когда мы там будем? Да блин, они быстрее меня. Эти ребята идут сюда. Мы сейчас пойдем вот этим навстречу. 13 декабря, а мы когда? 16 декабря. Мы. Двадцатое декабря. То мы же на ускоренном идем. А так. Не понял. Что за бред? Какая-то бредятина. Так, эти уже какие-то исчезли тут, да? Ну тут мой флот ходит, если что, их замочит. Так, а тут... Оп! Как это они ушли? Десятое. Мы прибудем 7 декабря, да? Интересно. Малийские дворяне восстали. Чего им не сидится дома? Привилегий не хватает. А, это я на осаду делал. 1000. Идут вот сюда, на зерновой берег. Так, есть, потопили. И захватили 3 торговых, 1 галерку и 1 торговое судно. Ну, как-то британцев выпустили. Так, 16 декабря к нам приплывут, да? Так, из Цейлона обратили. Тут наш флот сражается с неаполитанским. Так, давайте отправим миссионера в залив Делагоа. Это, наверное, Африка. Так, и мы потопили еще. Еще корабликов 31 захватили. Охренеть. Корабли все нафиг. Так, поставим вот тут их на перехват. Так, тут наши стали. Саду пойдут мочить 8000 этих.
малийских. Так что у них по флотам? Ну, у испанцев где-то еще есть. Где-то тут оплывают эти Британь своим флотом. Так, есть. Взяли уже провинцию. Шестого, 28-го. На осаду, идите сюда. 14-го. Новшество в торговле. В принципе, инфляция у нас небольшая. Где экономика? А, 0,85. Ну ладно, не будем вливать. Не стоит сорить деньгами. Не будем увеличивать. Итак, идет на минус. Если идет на минус, стоит тогда, может, построить какие-то, сделать храмы. Вот тут парочку храмов и будет. Так. Пока не вижу вражеского флота. Захватываем. Уже 4 корабля. Ну-ну. Так, тут захватываем. Тут тоже захватываем. Так, сколько тут надо? Тоже 1000. Ставим вот так вот. Сами идем дальше. Так, тут разбили армию. Так. Это 1000 идет сюда. Все равно 1000 стоит. Так, тут тоже 1000. Так, это где это сражение? Ага. На осаду идем дальше. Так само тут на осаду идем в столицу их. Не, идем вот сюда. Разобьем 3 штуки. Превосходные снасти. Тут вставляем туда арты 1000 как пехоты. Идем дальше. Так, какая колония самостоятельная? А, урон. Я вот переживаю, что я не успею колонизировать до конца. Бамбук захвачен. Так, 6000 сюда. Что не хватит мне времени. Ух ты. Лежья Гамбии. Так, а вы срочно сюда. Так, вот эти 14000 сюда. Назад возвращаем. Хотя нет, надо пока посмотреть, куда они будут идти. Наша флотилия пойдет сюда. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Сильно. Вон сюда, давайте дальше.
Буры. Так. 3000 высадились. Так, ага, тут видите, мелькнуло что-то. Они идут потихоньку где-то там. Так, 15 февраля. Значит, 19 февраля. Золотой берег. Так, вот эти объединяем. 2000 идут сюда, то есть 1000 идут сюда. Так, на Золотой берег. Так, наши когда будут? 27 февраля. Остров Сан-Паулу. 2 марта. В принципе, не особо большой разрыв по времени. Так, тут захватываем. Нормально. Так, и вернулся колонист. Так, из Гуронов. Это куда идет залив Святого Лаврентия, да? Давай рынок. Так, а мы отправляемся в Мичиган. В торговле Великобритания, да, перехватила инициативу тут. Ну ничего. Крестьяне. Так, и давайте наблюдаем сейчас. Так, здесь взяли еще одну провинцию. Вот, 1000 идет. Так, это армия. Так, идем дальше. Габу захватили. Так, есть. Стягиваем сюда силы. Так, 2 марта. Ну, наши идут. 12 марта. Так, вот так продолжим. Губернатор умер. Так. Два милитариста туда пока что. О, есть. Захватили еще одну провинцию. Так, и тут. О, тут османы плавают. Так, тут еще три провинции, да? Скинем туда вот так, вот так. Идем дальше. Османы с кем-то воюют? Нет, не воюют. Так, 21 марта. Так, мы замочили еще один флот. Так, есть. О, вражеский флот. Когда они прибудут побережье Перу, 21 марта, да? Да, мы подождем вас тут. Так, а эти? 22 марта, 21 марта, берег Слоновой Кости. 15 тысяч пока сюда. Продлим. У нас высокая маневренность. У них тоже есть адмирал, но это им не поможет. Ничего не сожгли. Есть. И тут мы подловили вражеский флот. Еще одна провинция наша. Так, Нигерийский залив. 1 апреля, 6 апреля. Все, ребята, вы наши. Если у них были какие-то еще войска, то все.
кофе лишились кофейка. Сражение. Ну хорошо, туда вот эта армия. Вот тут сюда вот эту тысячу мочить. 16-11 апреля. Так, в Перу два корабля захватили. Два торговых, да? Это хорошо. Так, торговля. Панама. Так, тут так долго захватывается. Что вот такое серьезное укрепление, что ли? Первый уровень. Интересно. Так, и тут какой результат? Так, 6, 15, минус 10. 10 тысяч снесли, которые они транспортировали. Так, захватили 10 транспортников, 15 торговых и 6 линейных. Так. Да, надо бы подремонтироваться. Так, сейчас посмотрим, галеоны тут есть. Есть. Фрегат. Фрегат. Тяжелый фрегат. Так, конечно, так набрались мы. С лимит превысим. 67. Ну, транспортников 10 нам не нужно так много. Торговое судно. Флейты. Индийское судно. Не помню, какое лучше. О, сейчас глянем, какое лучше. Ост-индийское или торговое. Какая-то торговое лучше. Не, ост-индийское лучше. Давайте тогда вот этих 10 корабликов. Не нужно так много. Лимит флота у меня и так превышен. Так. Папуа. Давай, на Тимарау. Только где эта провинция, фиг ее знает. Наверное, где-то тут. А вот Папуа. Так, сфабрикуем претензии. Тимар. Так, тут. Войска идут. Наша флотилия. Так, Золотой берег. Бы док построить. Мне берег слоновой кости идут, да? Ремонтироваться. Ух ты, блин, 12 тысяч высадили. Тысячу нашу вынесу только так. Тогда мы ставим флот тут. Когда мы придем 26 апреля? Все, это... А, не, успели. Успели. И вынесли им... Не, у них осталось. Так, катуба взяли. Тут армии выходят с... территории вражеской.
Хорошо. Хорошо. Так, куда они наступают? Так, у нас осада бура. Сюда тянем войска. Дальше. О, тут не хватает. Тут 4000. Ага, вот куда они отступили. Так, я отключу сейчас. Сигу. Кумасы это. Вот это. Армия. Сигу тоже взяли. Да нет, пойдем вот сюда. Так, сейчас разобьем ихнюю армию. Собираем войска потихоньку. Так, вижу, они понемножку собирают опять армии. Так, тут разбили. Возвращаемся назад. Так, Кару взяли. Так, это тоже взяли. Брак не взяли. Ух ты! К нам идут еще подкрепления вражеские. Золотой берег. Ну-ну. Я вас жду, ребята. Так, тут еще не взяли. Нам будет флот возвращать. Так, тут еще не национальная, нет? То есть, ну, колонизировали. Хорошо, а вот тут фабрики я довел до конца эти войска? Нет. Не довел. Надо отвезти. Так, вот этот еще сюда. Так, и надо забрать. Надо вот этот островок захватить. Загружаются. Так, золотой берег. Ну, давайте. Так, эксплуатация туземцев. Конечно же, поможем. Пусть при распоселении при распоселенцев плюс 2 будет и шансы заселения колонии плюс 2%. О, захватили наконец-то. Какой базовый налог? 5. Нормально. Так, а ну Британия. А, нету дипломата. Где наши все дипломаты? Отозвем пока. Там отправим. Там берег слоновой кости, да? Или... Да, в берег слоновой кости они идут. Так, давай милитариста опять-таки. Выходит вражеская флотилия. Эту армию отправляем в Потус.
эти ребята пойдут вот так вот. Надо разобраться с этими нехорошими людьми, которые тут разгуливают. 23-е, 27-е. 2000. А если так, 20-е. Мы успеваем. Так, докуда взяли? Так, какие-то тут еще взяли, да. Сюда отправим армию. Эти уже идут. Так, тут идет сражение. Тут не только испанский флот. Так, мы захватили еще 10 кораблей. Охренеть. Нафиг. С лимит превышен, наверное, так, что капец просто. А, таких торговые судна немножко сплавить. Вот. Пять там хватит под завязку. Сколько у нас лимит? Ух ты ж, как мы превысили уже. Так, лимит армии тоже, блин, превышен. Так, вот эти ребята вот сюда. Тут мы почти все захватили. Дальше вперед мы пойдем вот этот островок взять. И в саму Испанию, в Британь сначала, конечно, надо заглянуть. Высадиться там. Так. Пока я отправлюсь вот сюда. Этим флотом не ремонтируется по дороге. Что, в принципе, можно не переживать. Ну ладно, тут, пожалуй, я и завершу серию. Такая она довольно-таки длинная получается. Франция 43 000 везет. Куда вы везете? Маджапахит. Это кто? Вот сюда? Блин, заразы. Я думал с ними повоевать. Тут 8 базовый налог. 4. 7. Да, хана им. Хана. Ну это меня не касается. Вот идет сюда. Что так вот. А пока всем спасибо за просмотр. Если понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока.